Еще двух правонарушителей полицейские ловили на окраине заводского района. С заявлением об угоне автомобиля обратился молодой человек, который рассказал, что знакомые незаконно отобрали у него машину. Полицейские организовали погоню за похитителями. Уже в отделении полиции задержанные рассказали, что владелец машины задолжал им крупную сумму денег, но документы, ключи и сам автомобиль в залог он отдал добровольно. Он отдал ключи от машины, документы, все, при всех прилюдях, там камеры в магазине стоят. Все, сели в машину, догнали домой, все, как бы, близкий мой пересел, знакомый, блин, поехал, погнал под камеру. Тоже подхожу, потому что мои гаишники погнались. Я подхожу, у меня, в смысле, так это, ребят, что делаете-то? Ну, их же заластали, все, там же руки там на машину, кто на полу лежит.